пара недель прошла с тех пор, как стихия выгнала нас с этого объекта. Значит, поднялся ветер сильный, дождь был такой, что я еле успел эвакуироваться на катке с мгновенно ставшей мокрой поверхности. Вот сюда вот упала сосна, ее как раз за это время удалили. Вот эту территорию мы нормально не успели откатать. Будем переделывать. Собственно, сделаем сейчас то, что и планировалось в прошлый раз. Соединим одну часть участка и другую часть участка. Вот сейчас сделаем все это вообще единой плоскостью. Ну и кроме того, доделаем то, что начали по фронтальной линии. Олег, собственно говоря, сейчас будет заниматься той территорией. Я буду развозить прежде всего песок, потому что эту территорию запесочить мы не успели. Ну и сегодня все указывает на то, что мы сегодня закончим текущий этап корректировки рельефа и борьбы с сорняком. Нас ждет еще один этап работ на этом объекте. Это посадка газона, но это будет попозже. Погнали! Территорию челюстным ковшом чуть почистили. В телескопе делать это очень удобно. Переместили все нехорошие предметы вот сюда. С этой территории все будет вывозиться. Ну, собственно говоря, об этом и договорились с заказчиком. Видимых препятствий больше нет. Все, что найдем в грунте, найдем. Будем с этим работать как-то отдельно. Ну а дальше, в принципе, все, открывается работа планировщика, фрезы, трамбовки. Ну, все по обычной программе. Пойдем завозить песочек. Нужно чуть-чуть разрыхлить этот грунт. Та территория, где дерево упало, мы сейчас поправим. Отсюда удалили сам ствол, удалили корневище. Вот, ну и вот эту всю территорию, поскольку мы ее не утрамбовали, сейчас будем переделывать еще разочек. Сейчас попробую соорудить кронштейн вот в эту точку, показать немножко, как работает телескоп. Ну, на самом деле техника достаточно простая, но забавная. Сейчас попробуем закрепить. Близок тот час, когда мы закончим сегодня этот объект. Еще ближе тот шаг. Но снаружи он Олег еще планирует. Ничего. Все доделаем. Не так много осталось. Порадуйтесь с нами. А ведь мы закончили 2 дня на этом объекте с перерывом на шторм, ну или непогоду, или дождь, неважно, с небольшим перерывом, но 2 дня. Готово. Комфортных территорий вам. Увидимся.